Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем выживать в игре Sunken Land. Построил я, значит, вторую плавильню, чтобы было нам попроще, да? Сделал отдельный ящичек под это все дело. Ну и теперь дело должно пойти побыстрее, соответственно. По поводу переплавки. Поставил под дерево довольно-таки много. И дерево нарубил не на запись также. Ну, чтобы вам это сильно не засоряло, да? Все. Прохождение. Так, сюда мы все добавляем. Что еще? Я сделал кислородный баллон. Малый воздушный резервуар. Увеличивает время под водой. И по логике вещей нам его надо будет чем-то заправлять. Потому что, если посмотреть, то у него вот есть, видимо, количество кислорода. Я, как понимаю, станция вот эта, ручной заправки ваших воздушных, да, это 228. В принципе, у нас это все есть. Давайте сейчас сделаем ее. Возьмем 5. Резина нужна еще нам, да, по-моему? Резина и металл. Слава богу, этого добра у нас достаточно. Металла мало взял, блин. Так всегда. Давайте сразу с запасом металла возьмем. Потому что еще же ее построить надо будет. Так, станцию изучили. Наковальня. На нас нападают. Вы серьезно? Плывут, блин, грибуны. Пошли в жопу. Стрелки хренове. Откуда они стреляют? Вон они, понял. Так. Давай маленько подлечимся. Ну, все равно нас, наверное, убьют. Да, нас убьют. Ну, сейчас мы с ними разберемся. Главное, чтобы базу не разобрали до конца. Восставшие из ада, блин. Надо нам оружие уже помощнее, я думаю. Пошел вон. Отряд, отойди отсюда. Да вы серьезно? Уйди нахрен. И ты уйди. Пустой, пустой. Это все мое. Эти что нам принесли? Всякую фигню. У тебя что, друган? Ничего. Они плывут оттуда, кстати. Надо бы наведаться к ним. Еще разок. Возможно, мы что-то не так сделали. Так. Хилку не хочу тратить. Пока так нам будет достаточно. Ну и вот так. И вот так. Так, ладно, по поводу построек. Строить нам надо вот эту штуковину. Так, один этот и еще 4. Один слиток. Так, это вот так. Ладно, то возьмем это сюда. Дело-то пошло у нас, да? Так. Резина.
строим, значит, вот эту штуковину для заправки кислорода. Где-нибудь здесь поставим ее. Ну куда ты проваливаешься-то? Что с тобой не так? Положить бак с воздухом. Но у нас полный, понятно. Давайте смотреть дальше. Продвинутый насос дистиллирует воду. Ну, тоже надо по-хорошему, да? 7. Стекло нам надо. Вот это так. Так, тряпки нам не нужны. Что там еще надо нам? Насос. Исследуем. Насос, чтобы нам построить. Где у нас насос? Простой очиститель. Вот. 5, 8, 4 не хватает. Сюда, рыбку сюда. Ну и погнали-то нырять, наверное, что делать. Хотя вечер, лучше поспать, наверное, будет сначала. Со слитками у нас вроде все хорошо пошло дело. Можем поспать? Да. В смысле? Еще не время спать. Окей, пойдем тогда. Дерево подобываем. У нас же есть где-нибудь дерево на острове. Потому что дерево всегда нужно, всегда важно. Потому что сейчас будет холодно, соответственно, ночью. И не особо удобно это делать. Но я хочу к этим сплавать засранцам, то, что они спаунятся оттуда. Может, как-то это можно порешать с ними. Тут у нас древесины нет уже почти. Дерево уходит прям очень много. Так, тут просто ложить, да? Тут нам дерево не надо. Чё насчёт поспать? Еще не время спать. Ладно, давайте, наверное, посмотрим оружейный верстак, что нам надо. А что нам надо здесь? Пистолет. Вот этот пистолет, урон 35. Так, даже не знаю. Рюкзак нам нужен, по идее. Для этого нужна шкуры и шкуры акулы. Но это на акулу охотиться. Это без пистолета не вариант, насколько я понимаю, да? Пистолет ударный. Ну, давайте сделаем ударный, попробуем. Все равно надо же что-то делать. Так, металл нам нужен, да? Одна резина. И одна изолента, да, по-моему? А, нет, нам нужны эти компоненты. С тремя зарядами по 35. Либо за 60. А у нас сколько урон? 45 у арбалета. У этого 40.
Металлическое оружие, наковальня. Но это мы сделаем. Давайте трехстволку пока. Так, 5 металла. А, металл нам такой нужен, да, по-моему? Наковальня. Может использовать для приготовления так. Ну еще металл нужен. Сейчас по максимуму тогда делаем все, что можем сделать. Вот так. Так, и по поводу построек. Наковальня, металл. Вот это у нас. Ага, нам надо оружейную, да? Да. Достаточно много всего надо на оружейную. Так, ну и все. В принципе, рыбку давайте, наверное, заберем, если что есть у нас, приготовим. Рыбку. У нас вот готовая есть уже рыбка, это сюда пока сложим. Так, 2 краба возьмем. Я еще куда-то перекладывал. Стрелы, вот они. Стрелы возьмем. И давайте сплаваем к этим ребятам. На этом, наверное, плоту. На катамаране. Плывут они, потому что оттуда. Как они там появляются, я пока не понимаю. Также нам надо найти, еще не забывать, акулу. Мы вроде бы все у них там сломали. Или они просто приплывают из воды. Ну да, вроде никого нет. А как нам его разрушить или что-нибудь сделать? Нет? Нет. Да, мы здесь все залутали. Причем абсолютно все. Сундук пустой. Давайте сплаваем вот на этот, наверное, остров. Посмотрим, кто у нас там живет. Что-то я не попил, да? Кто в теремочке живет? Так, сразу же вот так, вот так. Ну и по классике, наверное, плывем вокруг, да, посмотрим. Металлолом есть. А вот, кстати, и медь, похоже, у них здесь есть.
работорговцы здесь. Они сильные? Работорговцы, вы где? Ага, одного вижу. Ушел. Да, вот это, скорее всего, медь. Она нам тоже нужна. Выходите. Вы где? Сколько вас там? Что они предлагают к ним заходить? А вот, кстати, медь. Давайте проверим, медь это или нет. А нет, это железная руда тоже. Броня, всякая фигня. Ну что-то они не спешат выходить. Это нам не надо. Рубашка нафиг не нужна. Еда, это хорошо. О, ладно. О, на броню. Ткань вот эта нужна. Но мы по классике сначала защищаем остров. Воу. Не шути так. Мощные ребята. Сдохни уже. Ладно. Пока вокруг базы обходим, собираем. И вау! Это было сильно. Сдохни. Да как так? Уйди от меня. Опа-на. 40, 35, у меня 55. Ладно. Скрепимся. Давай. Воу. Я тебя не вижу, друган. А вот теперь вижу. Где ты? Высовывай голову. Мощен.
Подождите, пожалуйста. Да где ты? Вон ты, вижу. До свидания. Так. По идее, у нас проблема. Кстати, а вот это... Семена хлопка. Хлопок можем выращивать. Это хорошо. Ты чё? Тварюга. Ау. Угу. Там еще сверху один. Минус. По стрелам у нас рассадочка. Вот так. Ох ты, он, блин, с автоматом с каким-то. Точнее, с пистолетом, скорее всего. Блин. Ладно. Сейчас вернусь. Подлец. Пока сложно нам дается, конечно, это все дело. Ну, потому что огнестрела нет. Логично, да? Угу. И стрел у меня нет. Будем отсюда заходить, наверное. Сейчас металл сразу соберем, стрелы сделаем. Тридцать, я думаю, хватит. Воу, какой ты шустрый. Ага. Нет, это не ты. А где ты? Унесем пока. Куда ты погружаешься? Так, это все сюда пока.
едой проблема, да? Давайте вот этого хотя бы заберем, блин. Да, сложно. Пока что, пока у тебя нет ничего хорошего. И все корабли у нас там. Так, стоп, пока не уплыли. Хотя бы вот так. Ну и погнали. Не знаю, доплывем мы туда или нет. Потому что тут акулы и все остальное. Так, если мы погружаемся, у нас кислород уходит. Понятно. Надеюсь, что доплывем. Но это не точно. Вроде никто не обижает нас пока, да? Ну, прям напрягающие, конечно, дядьки, когда они на базе сидят и хрен к ним дойдешь, еще не видно их толком. Мне бы трупик лутануть. Спасибо. Все, я ушел. А ты откуда взялся? А, ну за еду спасибо. Так, где он там? Как его рассмотреть? Выходи. Снизу никого нет, да? О! А так можно было? Удобно.
Воу! Ухожу, ухожу. Промазал. Иди сюда. А, ты хочешь? Этот минус, да? Не попадаю. Капец. Ладно. Сейчас мы подготовимся. Так. Воды попить. Вот это сразу съесть. Что-то мне подсказывает, что за этот день мы туда не доедем. Еще не время спать. Да как не время-то? Мастерская брони, блин. Ну давайте попробуем, просто зайдем в воду, если мы мерзнуть не будем. То сплаваем. В принципе, вроде бы не мерзнем. Там остался один, скорее всего, он. Последний. Но это не точно, конечно. И очень много лута. В две лодки это перегрузим. Все, что там есть. И уплывем. А в следующей серии мы уже с вами будем богами. Можно сказать, все будет готово. На двух лодках я даже сомневаюсь, что мы все вывезем. Слава богу, что я оставил металл. Ну и есть что собрать еще так на острове. Потому что без стрел нам жопа полная. Да ладно. Ты что, решил выйти, дурак? К нам? Ну давай, где ты? За забором ты, да? Откуда? Увидел. Да ладно. На тебе жбан. Отъехал? Вроде да.
Патрике и еда. Да ты как так? Ладно. Сейчас, значит, наберем пока водички, пока рыбка готовится. И последний вот этот с автоматом, с каким-то или с чем, он ни хрена себе. Надо его как-то заэтовать. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он последний. И они на нас здесь нападают. Вы серьезно? Где? Вон они гребут, гребуны. Вы еще на остров не зашли. Как вы можете меня стрелять с воды? Сколько вас? Засел он за деревом. Падла. Где последний? Вот ты где. В смысле, блин? Серьезно? Вопрос на засыпку. Урон 55, урон 40. Зачем я бью их копьем? Иди сюда. Еще где-то один. И где он замышкался? Я его не вижу. Не в доме ли ты? Нет. И где он забаговался?
Звук идет отсюда. Но никого нет. Очень интересно. Вон где голубчик засел. Заныкался он. Так, здесь вроде все. Кровотечение. Ладно, пойдемте сдохнем возле дома. Накладывайте бинт. Зачем мне тратиться на бинт? Все, остановилось. Ну и хорошо. Так. Стоп, вот это сюда. Еда у нас появилась, но нам она не нужна, в принципе. Сюда это. Сюда рыбку. Это мы уберем. Так, черви и все остальное. Но это возьмем. Это сюда. И все, и давайте надеяться, что мы сейчас поспим. Ага, мы сейчас не поспим. Ну что ж, дорогие друзья, тогда в следующей серии мы с вами поплывем на тот остров и уже добьем всех. Вот такая вот серия у нас получилась. С оружием пока, сами видите, все плохо. Пока нет огнестрела, все очень больно и печально. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить ваш королевский лайк. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии под этим видео. Я обязательно всем на все отвечу. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!